21 апреля 1967 года, Афины, 7 часов 30 минут утра. Весеннее солнце грело мостовые древнего города. На занятия бежали школьники. Завсегдатые бесчисленных афинских кафеен начинали день чашечкой крепкого кофе. Мелкие торговцы уже открыли свои лавки. Неожиданно послышался тяжелый гул, задрожали стекла в домах. По улицам загрохотали танки. 21 апреля 1967 года в Греции начался военный переворот. Кто стоял за организаторами мятежа? Почему заговорщиков называли черными полковниками? Как советское руководство тайно поддерживало военную хунту?